Еще раз, еще много раз. Еще раз. Да, это любимый асфальт Марии Струц. А еще когда я выложу эту... Ее с нами нет. Ее с нами нет. Да. Но мы босошлепим за нее, короче. Когда выложу это видео, видюху, когда я это выложу, вот, я дам ей именно это название. И ей будет приятно. Да, мы сейчас, кстати, в Древнем Бару идем в такое какое-то место, в котором мы коллективно-то вообще, собственно говоря, никогда и не были. Но я здесь когда-то бродил. О, босошлепики. Нет, не наш. Там остановка Круг. А вот там река. Новые места. Новые места. Разведываем новые места. Ну я здесь, кстати, босиком шел, вот точно помню, в декабре где-то, когда еще только первый снег был, первый лед. Здесь особо не сыпят реагенты. Здесь как-то так еще более-менее. Здесь, может быть, просто тщательненько побирают, что реагенты вот. Не нужны. Правда, потом я тут больше не был. Но при первом снеге я тут ходил. Месил. Слушай, а здесь вообще такое впечатление, что ты где-то под Москвой живешь. Так что походим по-летнему. А? Говорю, в каком-то элитном коттеджном поселке. Ну здесь, да, здесь просто участок такой. Ладно.